На, опа, Rocket Pass. Походу, GC1 это мало. Да, походу, люк надо SF. Ну чё, Rocket Pass. Сразу мы покупаем. Погнали. Let's go. И нам дают Nissan Silvia. Просто народе слива. Вот такую вот. Но я хочу сразу, блин, улучшенную версию. Эта версия мне не очень нравится. Мне нравится улучшенный кабриолет этот. Ладно, не кабриолет. Хочешь прикупить себе Rocket Pass и погонять на Ниссане, но не знаешь, как задонатить в игру? У меня есть решение. Проверенный магазин по chaser.ru. Неважно, с какой платформы вы играете, со Steam, Epic, PlayStation или Xbox, вы сможете найти там все нужные вам вещи или кредиты, а также открыть обмен. Оплатить заказ вы сможете любой банковской картой, а также через Kiwi или Юмани. Среднее время ожидания составляет 120 минут, но обычно доставка происходит намного быстрее. А в их группе ВКонтакте теперь еще и можно разблокировать обмен и даже приобрести кибержетоны. Также там постоянно проводятся конкурсы и розыгрыши, а самые активные участники получают огромные скидки и даже халявные вещи. При оформлении своего первого заказа на Bowchaser от 100 рублей обязательно укажите в комментарии к заказу, что вы пришли от SoulOliver'а и получите предмет черного рынка в подарок. Ссылочка на Bowchaser будет в описании. Всем приятных и выгодных покупок! На это чудо, только на новую карту. Ладно, пизду. О, ничего? А пониже нельзя будет сделать? А чё? А вы понимаете, что большая часть машины находится вне хитбокса? Чего? Воздуха в хитбоксе больше, чем... Чё, блядь? Ну пока, я не знаю, вы видите, нет, что мяч просто в воздухе над ней висит? Просто мяч над ней в воздухе. Погнали смотреть на это чудо света. Итак, Nissan Silvia, посмотрели. Амбре. Значит, амбре на эту красотку. Амбре. Дальше. Буст. А, кстати, да, у этой машины один буст. Да. У моей машины два буста, но разрабам неинтересно это. И брейк эксперт. Я не знаю, что такое и брейк. Это, видимо, что-то. Нечто. Колесики. Внутри с чем-то? Нет, внутри без чего-то. Просто колесики. Вот такие вот. Это что такое? Фиеста. Фиеста. Ну, какая-то краска. Так, маракасы. Понял. Маракасы вообще бодренько. Пати-планер. Окей. Планировщик партийных. Ёбаный флоу. Я один это так прочитал? Надеюсь, я один это так прочитал. Кстати, выглядит хорошо, на самом деле. Выглядит чистенько очень. Название, правда, такое интригующее. Но выглядит чистенько, прикольненько. На самом деле, такую семерочку можно поставить. Туда, обратно и назад. Ну, хорошо, хорошо, на самом деле. Но надо потрогать, но выглядит хорошо. Мне нравится, как выглядит. Ебаный флоу. Так, маскарадная маска. Декалька на паладин, на мою любимую машину. Так, рамочка, прикольно. Это что, антенна? Достаточно дефолтная. Это декаль на Такуме. Хорошо, что здесь не буква Е, а то я бы уже начал читать все по-русски просто сразу. Так, ход хуниган. Осуждаю. Ой, какой прикольный баннер. Фиеста. Кстати, очень классный баннер. Мне очень нравится баннер. Так, вот такие вот колеса с карнавальной маской. Выглядит крипово, конечно. О, подожди, какой-то баннер еще. Это 1400 игроки вот так выглядят. Баннер для всех, кто застрял на третьем чемпе. Так, это что? О, это взрыв. Тактика в нюк момент. А музыки у меня нет, сори. Ага, динамик на крылышках. Noted. Это что? Декаль на Веном, тоже моя любимая машина. Так, дальше идем. Демонио. Лимитед колеса. Продано. Так, новое. Что-то такое. Нифига ей красивая. А как она так? Ничего себе, она какая красивая. Жесть. Не, выглядит очень классно, ребят. Она прям, она движется по контуру машины. Вау, это очень оригинально. Такой декали еще не было в игре. Это супер оригинально и очень красиво. Как будто бы уникальная декаль. Я не знаю, что в игре было. Это очень хорошо. Это прям очень хорошо.
Я даже не играл с ней, но пока что это выглядит как что-то очень красивое, просто потому что что-то уникально красивое. Короче, я думаю, это первый претендент на вот крепкую девятку или даже десятку. Ну, надо поиграть, чтобы дать 10, ну, точно 9. А, свечка за упокой. Ага, рыбавка. Это команда в чате, рыбка есть такая. Так, еще рамочка. О, кстати, прикольная рамочка. Чокудори. Чокуда. Чокудари. Чокуда, парни. Так, колесики. Ух ты, приятные колесики. Широкая, правда, рама очень вот у них. Но так, в принципе, выглядит хорошо, минималистично. 10 отличий, кто найдет, тот победил. Это белые АЕМы, только шире. Такой вот бустик. Aerated. Декалька на breakout. Но breakout user wear. О, на 35 уровне дают нормальную Nissan Silvia. Это хорошо, что так рано. Мне нравится. Мне нравится. Вот такую я бы... Вот это прямо из Need for Speed. Вот это хорошо. Вот это по-мужски. Вот это мне надо. Я хочу сразу вот так. Почему сразу не так? Давайте. Это выглядит так хорошо. Это выглядит намного лучше, чем вот это. Чё? Ну, это реально Need for Speed. Вот ты покупаешь дефолтную машину в Need for Speed, и когда ты ее прокачиваешь, она выглядит вот так. Просто Need for Speed момент. Декаль на октан. Кстати, прикольненькая такая. Чисто декалька. Минималистичная. Сойдет. О, смог маск. Вот так вот. Если ваши тиммейты вдруг навоняли в чате. Еще какие-то колеса. Сток-шок. Кстати, колеса пока радуют на самом-то деле. Надеюсь, не красится. Вот эти просто минималистичные колеса. Я фанат таких. Ой, какой красивый баннер. Ой-ой-ой-ой, какая красота. Вообще сас. Очень-очень хорошо. Очень мне нравятся баннеры пока что. Это краска очередная. Так вот выглядит. Ракета. На жопной тяге, чтобы взлетать. А вот и оно. Вжу. Все-таки это трейл. Все-таки это трейл. И он разноцветный. Он разноцветный по дефолту. Вжу. Но это круто. Тот факт, что он разноцветный, это очень круто. Я ставлю лайк разрабам. Они в этом сезоне просто отошли от шаблонов и начали просто веселиться. И это выглядит хорошо. ЛГБТ. Толерантный трейл. Так, а вот колеса, которые претендуют на место черных инфиниумов. И пока что они тоже РГБ, кстати. Они, ну, не РГБ, они разноцветные и выглядят хорошо. Я не могу поверить, я хвалю Psyonix за колеса. Первый раз, наверное, за 10 сезонов. Я хвалю Psyonix за то, что они сделали колеса. Да, это типа не 10 из 10, но... Это лучше, чем обычно. Это намного, намного лучше, чем обычно. Вот прям декаль на Доминус. Вот такая вот. Для фанатов Доминуса. Может пойдет, может не пойдет. Так, коктейльчик наверх. Кокосик. Ешь кокосы, пей бананы. Чунга-чанга. Так, это мы видели. Просто фламинго. Ну, просто фламинго для ценителей. Так, краска очередная, по-моему, такая уже есть в игре. Еще колеса. Они реально решили завести нам нормальных, обычных колес. Никакие-то рыбы. Ничего просто всратого. Обычные колеса. И это хорошо. Я просто рад. Они, походу, услышали. Походу, реально смотрят мои стримы. Античамбер. Но это бесплатные колеса, они не считаются. Трейл вот такой вот, он тоже красится наверняка. Так, что у нас дальше? О, взрыв, взрыв, взрыв! А, это буст. О, нет. Какой же он громкий. Дальше колеса. Жесткие РГБ колеса. Они еще по воздуху, типа, видите, двигаются. Как-то сказать так, колышется, колышется. Еще баннер. Ой-ой-ой, анимированный баннер. Блин, баннеры вообще пушка. Баннеры прям хорошо выглядят. Я ставлю лайк разрабам. Это что такое? Интересно. Опять же, супер нестандартная декаль. Просто... Я видел так много декалей, поверьте мне, больше, чем почти все вы. И это что-то новое. И, походу, разрабы взяли нормальных себе креативных просто художников, которые начали делать что-то новое. Очень много интересных анимаций. Не знаю, как вам. Я считаю, что просто очень качественно сделано. Очень качественно сделано, и можно будет попробовать. Если она еще и красится, то красится она достаточно интересно наверняка. Это тоже какая-то восьмерка, пока радует. Меня реально все радует, кроме хитбокса первого куска говна этого.
Рамочка. Опять краска. Это дрифтерская фича. Понял. Дрифтерская фича. Опа. О, нет. Просто все ли... Да, просто все лицо мне измажьте вот в этом. Прикиньте, вот этот буст, и еще и трейл, и все. Но это просто пиздец. У нас ничего не будет видно. Пш-пш-пш. Так вот зачем противогаз. Да, противогаз, походу, реально понадобится. Но это полная жесть, товарищи. Выглядит мемно, конечно, но... Я думаю, если кто-то перданет вам так в лицо, вы вообще ничего не увидите. Это такая... Это просто дымовуха. Это просто дымовуха в лицо. Ты просто дрифтишь перед челом, который на воротах стоит, и он такой, типа, ёб твою мать. Так, трейл. Ух ты, приятный трейл. На такие он похож. Ну, кстати, хорошо выглядит. Трейл выглядит хорошо. Колесики вот такие. Мне не очень нравятся. Может, кому-то зайдут? Подожди, а я что-то пропустил, да? Я пропустил декальное. Да, я пропустил декаль на сливу. Вот она вот так выглядит. Это декаль с постеров. Интересно. Достаточно... Достаточно real life. Real life стиль. Вот здесь мужик книжку читает. Вот здесь декалька на новую тачку. И вот здесь колеса, которые почти пригодны. И дальше я рассказывал про то, что эта декалька 5-6. И то, что тут насрали очень большим количеством цветов, она очень сильно перегружена, как по мне, и я бы не стал ей пользоваться. Она похожа на камшоты из прошлого сезона. Едем дальше. Ага. Estrella Prismatic. Prismatic. Для фанатов. Что скажете? Smoke Show. Как будто в 15 кадров? Да, по ощущениям 15 кадров. Нет. Сори, но нет. 3 из 10. Дальше. Estrella. Крашеные колеса. Блин, вот это хорошо. Это реально удачно. Интересно, как они на октане выглядят? Чисто ради интереса. Трейл, который... Он красится, понял. И буст этот красится, да. Просто жесть. Декальный октан красится. Это чудо красится в красный. Капец, ей весело. Блин, вот эта декаль, она просто бисовая, чат. Она просто бисовая, она так хороша. Я не знаю, это одна из лучших декалей вообще, которые я видел за последнее время. Это очень красиво. И я очень хочу ее потрогать. И сразу, кстати, дают белый этот. На 70 уровне сразу дают белую сливу. Вот так вот. Круто. Для фанатов белых автомобилей сразу дают ее на 76 буквально недолго гриндить. Взрыв. Мимо. Вообще мимо. М-м-м. Нет, мимо. Трейл покрашенный в оранжевый. Колеса покрашены в голубой. Эту декаль мы посмотрели. Это чё? Тоже мимо. Не знаю, мне не нравится. Ну, тут коричневый цвет с другой стороны. Как будто он не взрыв... Ну, интересно, но я бы... Не для меня, может быть. Плюс-минус они нормально, на самом деле, выглядят. Новые колесики. Молодцы, с колесами очень хорошо постарались. А, красится вот этот перед. Блин, я думал, повозка будет краситься. Но такое, мне не нравится, как она красится. Я бы дефолтную оставил. Ого, какие они толерантные. Хм. Но эти колеса мне очень не нравятся. Это какие-то грибы. Это камшот. Блять, сколько цветов может быть в одной декали, ребят? Ну это... Вот это реально просто парад цветов. Вот это выглядит жесть. А есть черные такие? Алло. Хочу черные такие. Забавно. Блин, ну вот это очень хорошо выглядит. Я хочу. Дайте покататься. Я хочу в Need for Speed поиграть. Ага, это дымок. Белый дымок. Блин, эти колеса выглядят сочно. Я не могу поверить. В Сайоник сделали много крутых колес. Хорошая машина, но ее первая версия выглядит как кусок дерьма, и хитбокс у нее не менее кусок дерьма. У нас есть много хороших колес. Прям много хороших колес. У нас есть декалька 10 из 10 просто. И есть куча баннеров, но взрывы дерьма. Вот вам на 3 минуты опрос на Твиче. Не спойлерить. Ух ты! Ух ты! Еще хорошие колеса! Ничего себе, что случилось? Они кого-то уволили. Я отвечаю, они уволили кого-то. Они кого-то уволили и взяли нормального чела. Это выглядит как реально нормальные колеса. Неужели Psyonix начинает делать что-то окей? Ого, красивый декальный доминус достаточно. Приятно выглядит. Это выглядит мемно.
Это кубок ниток. Сори, у меня нет музыки. Приятный баннер. Просто хорошо выглядит. Надеюсь, змейка красится. Выглядит интересно. Это крышка. Это крышка от банки. Вилка. Это, блять, вилка. Это деду надо. Минки. Колеса в честь Минка. Ой, еще нормальные колеса. Ничего себе. Еще одни нормальные колеса. Круто. Чемерджи. Это Трейл такой. Ну такое. Шар вот этот мне не очень нравится. А почему Трейл так высоко? Пицца. Дальше еще колеса. Вот это мне не очень нравится. Глоуп. Глоуап. Дальше декалька. Как-то так себе, если честно. Три. Но это мое любимое. Когда у машины с двумя бустами, просто одна ей день. Манипулятор Radiant. А что изменилось? Охуеть, они светятся. Невероятно. Так, поехали дальше. О, да, 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 да. Если радуги вам было недостаточно, то вот вам, пожалуйста. Итак, Чемерджи. О, нифига полигонов. Как-то она взрывается скучненько, но полигонов много. Ой, красиво. Красиво, но как будто хочется взрыв. Еще взрывчатые. Блин, она же красится, наверное. Ну, короче, начало очень крутое. Но как-то взрыва... Как-то он скучно взрывается. Но очень... Но красиво, красиво. Я думаю, 7. Автобан. Автобан всем хейтерам. Помните, у вас в детстве был ковер такой, ковер, и на нем были дорожки нарисованы. У разраба этой декальки был такой же ковер. Забавно. Но для меня нет, но это супер экстраординарно. Это очень экстраординарно. Они вышли за все рамки в этом сезоне. Просто они забили хуй на рамки. Но неизабельно для меня. Не знаю, как для вас. Я бы убрал эту хрень, и было бы хорошо. Убрал бы вот эту штуку, и все. Я надеюсь, вот этот взрыв красится. Он по-любому должен краситься. Одни колеса и один взрыв, и все. Все остальное не для меня.